Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я вам покажу, как я черенковала хризантему в перлит. Вот посмотрите, перед вами куст хризантемы мультифлоры, который надо опять-таки черенковать. Видите, какие уже огромные вот эти вот ветки. Так, а я черенковала вот тогда, когда срезала свою мультифлорку, вот эту, да, и черенковала ее в перлит. Что такое перлит? Это кристаллический порошок, так? Он, конечно, не содержит никаких удобрений. Ну, удобрения можно добавлять по мере того, как ваши растишки находятся в перлите. Но я, честно вам скажу, ничего, правда, не добавляла. Еще даже не смотрела сама, что такое там у меня. Единственное, что сейчас давайте вместе с вами посмотрим. Вот, значит, вот в такой коробке, да, у меня находятся мои растишки. Так, эта коробка все время была закрыта. Вот, посмотрите, что у меня там есть. Видите? Вот она какая красота. Они у меня разные. И не только вы видите здесь хризантемки. Здесь есть и другие растения. О них я потом отдельно вам расскажу и покажу. Но давайте посмотрим, что же у меня получилось. Так, с моими вот этими красавцами. Так, сейчас мы вытащим из этой коробки, чтобы удобно было нам работать, да? Вот видите, я хочу вам показать, в коробке здесь влага. Почему? Потому что моя вот эта планшетка, да, или коробочка, да, была в конце, на дне, вернее, с отверстиями. И поэтому вода стекала туда. Кроме этого, свои растишки я постоянно опрыскивала с пульверизатора. Ну вот сейчас вместе с вами мы и посмотрим, что у нас там получилось. Да? Так, вот я здесь уже подготовила стаканчики, куда я буду ее помещать. И посмотрим несколько кустиков. Значит, если вот так вот подергать, то они как-то держатся очень уверенно. Так, и вот это тоже очень уверенно. Ну, давайте по порядочку смотреть. Да, вы видите вот такую зелень на перлите. Ничего страшного. Это характерно для перлита. На ней могут образовываться вот такие вот зеленые водоросли. Да? Кстати, перлит можно использовать не один раз. Промываем и опять его используем, в отличие от вермикулита. Ну что ж, давайте выкопаем, посмотрим. Так. Да, вот даже интересно, что же здесь у меня. О, посмотрите. Посмотрите, что. Вот какие корешки. Смотрите, как хорошо. Вот это, да. Так. Вот это одна. Так, сейчас мы будем вот сюда сразу помещать. Кстати, вот так вот с этим перлитом можно и помещать сюда. Так, следующую смотрим. Вот эту посмотрим, да. Так, вытаскиваем. Опа, то же самое, смотрите. Смотрите, какие корешки. О, целые бородища здесь повырастали. Красавцы. Так, тоже сюда отправляем. Так, ну и еще здесь у меня два. Так, два. Вытащим еще вот эти вот. Так, подвернем аккуратненько. Вытаскиваем. Фу. То же самое здесь, видите? Вот это корнище. Так что, друзья мои, в перлите можно и четвертую вытаскиваем. Вот она. Сейчас вот так сейчас попробуем. Жаль, водички не взяла. Вот, смотрите, вот я стряхнула. Смотрите, какие корешки. Вот. Крепенькие, хорошенькие. Так, вот отсюда, где-то на расстоянии 3 сантиметров корешки. Вот. Вот так что, друзья, можно черенковать хризантему в перлит. И вы видите, какой результат суперский. Так, здесь у меня есть еще и вот эти вот растишки, да, они недавно помещены сюда, правда же? Ну, пусть растут. Так, вот это тоже хорошо держится. Ну-ка, давайте и это вытащим. Смотрим. Так, то же самое, видите? Все с корешками.
Вот, можно однозначно всегда пробовать, экспериментировать. Не бойтесь экспериментировать. Вот эти растяжки я недавно сюда поместила. То есть по мере того, как они у меня там отламываются, да, я их помещаю сюда. Вот. И, как видите, все хорошо. Да, единственное, что хочу вам показать еще. Вот посмотрите, вот здесь вот видите дату. 27-12 я черенковала. Так, сегодня у нас 17 февраля. Вот. Так что укоренялись они почти 2 месяца. Ну, можно было, конечно, и раньше немножечко посмотреть, но я решила, что ладно, пусть будут вот так. Значит, что я буду с ними сделать? Вот еще немножечко так вот стряхну перлит вот этот, да, с них. Так. И заделаю сюда в грунтом. Так. Одну хотя бы я так покажу, как я буду делать. Ну, все остальные уж потом. Вот, смотрите, как красиво. Вот. И самое главное, что вот сейчас, когда зима, только вот этим методом можно и пользоваться. Друзья мои, используйте, не упустите этот момент обязательно. Так, вот, сходите в цветочный магазин, купите перлита. Вот, никакой черной ножки вы не увидите на своих вот этих молоденьких хризантемках. Вот. Если вам, например, там нужно несколько кустиков, если вы, конечно, не занимаетесь никаким бизнесом, я вот лично для себя это все выращиваю, да, поэтому почему бы не попробовать, решила. И вот, вот каков результат. Решила поделиться с вами. Если вот будут вот такие вот подгнившие листики, то их, пожалуйста, удаляйте. Так. Таким образом, друзья, вот посмотрите, что я вырастила у себя в перлите. Вот такую вот красотень. Вот. Видите, какая красотень у меня получилась. Друзья, благодарю за просмотр. Здоровья вам, хорошего настроения. До следующих встреч. Пока-пока.